В'ячеслав Сімченко та Юрій Любаров сьогодні завітали до нашої студії. Вітаємо вас! Доброго утра! Нещодавно цими днями просто прогриміла в інтернеті ваша наступна відеоробота. Поки що не будемо всі карти розкривати, не будемо показувати нашим глядачам. Зовсім скоро зможете побачити кадри. Спочатку хотілося б дізнатися, як виникла ідея нової роботи, тому що ви дійсно завжди дивуєте своїм тандемом. Как все идеи, они как-то родились спонтанно, достаточно спонтанно, буквально там за несколько дней. Да. Вернее, до этого были разговоры, что надо что-то вот как-то повеселиться, а то скучно, угрюмо, весна задерживается, там дожди, грязь, и что-то такого светлого, веселого захотелось. И вот заброшенное вот это вот семя, оно дало свои ростки. Вот, и там уже дальше вот наиболее творческий человек и культурный у нас в городе Юра уже все это реализовывал сначала на бумаге. Да, я понимаю, что мы просто закликали весну, просто вот уже вот делали все возможное для того, чтобы она пришла, вот, не очень похоже на Бабаков, но в принципе это была вот задача немножко развеселить, поднять, и самое главное, о чем мы сразу вот договорились, вот эта первая фраза, она и легла в основу всего сюжета: без политики. Вот без, вот все что угодно, вот давайте шутить и говорить о чем угодно, только не о политике, потому что ее настолько много, что уже сил нет. Новий день так також закликав весну. Ми зустрічали різноманітних національностей, свята весняні, Боб Марту ми зустрічали і Навруз зустрічали. А виявляється, необхідно було до вас звернутися. Дійсно, весна прийшла. Друзі, я пропоную зараз переглянути фрагмент з відеокліпу, який підготували наші ранкові гості. Після чого повернемось і продовжимо розмову. Утро. Вы уверены? Ой, я вас умоляю, давайте хоть сегодня без политики. Хорошо, без. Скажите, а что вы себе думаете таки за современную погоду? Говорят про какое-то глобальное потепление. Только за отопление каждый месяц приходится платить больше и больше. Ой, сдается мне, что нас имеет не только родное правительство, но и мать природа. Да. Кстати, вам мать. Мать? Мат. В смысле мат. Но мы же договорились без политики. Без. Моя бабушка курит трубку, черный-причерный табак. Моя бабушка курит трубку, суровый моряцкий затяг. Дійсно, здивували яскравим гумором. Давайте поговоримо про творчу групу, яка допомагала у створенні цього матеріалу. Поговоримо про музикантів, про знімальну групу, про тих, хто працював над текстом. Поділитесь, звідки ж такий гумор берете? Я так розумію, що з життя. Текст – це повністю фактично творчество Юри. Ну, это обработка литературы. Тут меня уже где-то, да, поставил перед фактом. Не, ну а тексты, это все тексты из наших, в общем-то, разговоров. Все, что мы слышим вокруг, то, что сами говорим. Там нет на самом деле ничего смешного, кроме того настроения, с которым мы все это говорим. Дійсно, про платіжки, про опалення, мабуть, тільки ледачі над ними не плакав. То, что насущно, то, о чем мы говорим, собственно, действительно, там, на кухнях, в очередях, в маршрутках, вот эти как бы незатейливые фразы, просто то, что немножко обыграно. Ви дійсно довели, мабуть, усім відомим гумористам у нашій країні про те, що можна жартувати не про політику, і це дійсно буде актуально і буде сприйматися людьми набагато яскравіше. Ну, попробували. Ну, да, економіка – це теж така достатньо животрепещуща тема. От, відео, зйомка, обробка, монтаж – це...
он и прошлый наш ролик делал, это Витя Аджамский, очень талантливый, гениальный парень, который вот умеет, наверное, мы где-то на одной волне в плане ментальности, да, и восприятия, поэтому вот даже не надо особо что-то говорить, вот он делает... как будто какое-то продолжение. Как говорится, мы в, одно, то, мы в одном, да, юморе, мы вот с ним в одном. Да. Причем это сделано одним человеком, с коленок. Понятное дело, что мы не можем потратить на съемки этого клипа там недели, да, как на настоящее кино. Мы все это делаем очень быстро, собрались. Единственное, что вот грим. Да, грим, да, конечно, да, занял. Щодо гримування, скільки часу це зайняло? І чи це був перший ваш досвід бути у гримі і такими акторами вже дійсно? Грим, та ні, где-то... кругом-бегом на двоих ушло около часа. Час, да, где-то час на двоих. Где-то час на двоих и час на съемки. То есть тут все достаточно быстро, спонтанно, потому что жизнь быстрая сегодня. И мы постарались это все делать быстро. Может быть, оно не, где-то там, конечно, не профессионально, но мы и не претендовали особо на... На Оскар пока, да, мы не, да, претендуем. Да, пусть, да, другие пока вот... Потренируємося. Да. Якісь курйозні ситуації відбувалися, тому що створюючи гумористичний продукт, без якихось жартівливих ситуацій точно не обійшлося. Ну, саме смішне, звісно, коли ми музику писали. Да. Це от ми були в гостях. Це реальний дом, реальна квартира. Ми, да, окупували дом наших друзів. І поки ми писали музику, готувався плов і манти. И запах уже раздавался полностью, выворачивался его наизнанку. То есть сочетали приятное с полезным, работу с творчеством, с общением. Вот, наверное, это самое курьезное. Ну, так все быстро все это сняли, что до каких-то больших курьезов не дошло. Если бы мы, наверное, писали на открытой площадке, мы писали, кстати, во дворике Российского академического театра, замечательный тихий дворик, и не было никого вокруг, но если бы мы это писали где-нибудь в сквере на открытой площадке, может, тогда были бы, может, курьезы. Если бы мы изменили последовательность действий, так мы сначала снимали, а потом делали небольшую дегустацию. Если бы мы сначала дегустировали, а потом снимали, наверняка курьезы были бы. Чимало людей, коли переглядали цю відеороботу і чули гасло «Не про політику, не будемо про політику», очікували, що все ж таки про політику щось буде. Чи плануєте ви у своїх наступних роботах все ж таки цю тематику якось висвітлити? Знаєте, ну, перш, якщо говорити о планах, то потім теряється весь інтерес. Не говоря о том, что тогда высока вероятность не сбыться этим планом. Поэтому, что взбредет в наши полусумасшедшие головы, наверное, не знает через год, никто. Да. Да. Вот. Что-то, то есть, в планах есть, в любом случае, что-то нам творить, либо вытворять, но как-то разнообразит нашу жизнь. А в каком это будет варианте уже? Ну... И обязательно как раз не то, чего от нас ожидают. Вот тут очень важно. Понимаете, люди ждут одного, мы делаем другое. От этого и возникает юмор. Юмор именно в этом не соответствует. Ну, так, да, что... В этот раз ожидали презентации нового политического проекта. Серьезного, да. Мы решили... Немножко потролить нашу політику як таковую. А чи не плануєте самі піти у політику і дійсно прибрати звідти весь гумор, навести лад і показати, як дійсно має бути? Тому що ви бачите, яка ситуація відбувається в місті, ви бачите, чого хочуть люди, ви це показуєте у своїх відеороботах. Чи плануєте? Знаете, в политике сегодня слишком большое количество гораздо более профессиональных актеров, чем мы. Я думаю, что пока, наверное, еще мы экзамены актерского мастерства туда, наверное, не сдадим. Про ваш экзамен актерской мастерности я пропоную переглянути у наступному фрагменте из вашей видеоработы. Мне таки сегодня... Скажите, а что вы себе думаете таки за современную погоду? Говорят про какое-то глобальное потепление. Только за отопление каждый месяц приходится платить больше и больше. Ой, сдается мне, что нас имеет не только родное правительство, но и мать природа. Да. Кстати, вам мать. Мать? Мат. В смысле мат. Но мы же договорились без политики. Без. Мне так и сегодня пора. Все потому что... Потому
потому что без политики. А давайте и завтра. Без политики. На том же месте. В то же время. Чому саме ці образи були вами обрані? Таких дійсно інтелігентних людей похилого віку, але молодих у душі. Ну, ми вроді інтелігентні люди. Прикидаємо все, по крайній мірі. Може, захотіли показати своїм сім'ям, якими ми можемо бути через багато років. Чуть-чуть в будущее, тому що, розумієш, все одно все ми йдемо к этому. И где-то понимать, потренироваться, как шалить потом в старости. Тобто ми розуміємо, що через багато-багато-багато років, тому що для того, щоб досягти такого віку, ми знаємо, що вам треба ще дуже великий відрізок часу. Може, то гримірувати, питатися бути молодше, ніж є, все-таки це весьма затруднительно. Але ми можемо очікувати на ваш тандем і нові проекти, тому що бачимо, що дійсно будете дивувати. Ну, посмотрим. Что-то будет, наверное. Что-то, да. Не без того. По крайней мере, майский кот, наверное, в этом году тоже будет. Про це хочеться поговорити детальніше. Неожиданно. Ну що, все. Про ваш тандем – це взагалі завжди щось несподіване. Завжди, коли ми запрошуємо вас до нашої студії, ви завжди кажете, розмовляли, вирішили, зробили. Так зараз і про травневого кота, про ваші плани. Давайте поговоримо. Ми родилися у вас буквально в студії. В прямому ефірі. Давайте нагадаємо нашим телеглядачам про сам проєкт «Фестиваль «Травневий кіт». Раз про нього згадали зараз. Давайте. Опять же, достаточно спонтанно у нас 2 года проходило, да. Это будет третий. Изначально родилась идея, потому что... А, кстати, когда мы снимали первый клип наш, вот про паровоз. Вот, да, и мы вспомнили про авторскую после песню. После съемки того клипа у нас тоже была маленькая дегустация гитара и песни. И, конечно же, вот эти вот те песни «Романтика», «Костер», «Студенчество». И подумали, что вот не хватает вот этих вот авторской песни. Тут Юрос озвучил мне, просветил, что, оказывается, у нас есть клуб «Белая ворона». «Белая ворона», есть люди, которые, значит, поют эту песню. А почему бы их не показать всем? А давайте и тогда это был детский городок «Сказка», «На корабле». Ну, в общем, это был такой первый. Потому что... Акуджава, Висбор, Никитин, Высоцкий, Галич. Это вот те песни, те стихи, которые вот все время живут внутри, и ими всегда хочется поделиться, потому что это, с одной стороны, достаточно массовая культура, а с другой стороны, все-таки какая-то узконаправленная. Теплая, домашняя, компанейская. И возникло желание это максимально... распространить, расширить, особенно среди молодежи, поэтому и родилась идея этого фестиваля. Відгук від миколаївців дійсно був приголомшуючий, що на першому фестивалі, чи на другому ви мали чимало відвідувачів, всі долучилися бажаючи, і дійсно ви довели, що від вузьконаправленого фестивалю бардової пісні ви дійсно показали, що усі миколаївці полюбляють такі заходи і варто такі заходи проводити у Миколаєві. Цього року що можемо очікувати? Ваші якісь уяви, пропозиції? Что-то буде. Що поки що не будемо говорити, не тому, що не хочемо інтригувати, а тому, що самі ще не придумали. Головне, що це буде, якщо название його все-таки «Майський кот», значить все-таки где-то в мае. Где-то в мае ми проведемо. Нет, это тема бесконечная, вечная, и поэтому есть смысл, и есть люди, есть настроение, так что будет. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії, дякуємо за те, що ви привезли до Миколаєва весну, допомогли дійсно прийти справжньому весняному теплу, і я пропоную зараз звернутися до наших телеглядачів від справжніх гумористів, зірок нашого міста, привітання, побажання яскравого нового дня, можливо, якісь побажання, поради, щоб ранок кожного миколаївця був добрим та позитивним.
Ну, наверное, из-за того, что действительно мы долго ждали весну, она все как-то тормозила, все думала идти, не идти. И мы действительно соскучились по солнцу, по цветам. Поэтому для того, чтобы был удачный день, очень здорово, когда в душе у каждого человека просыпается, а внутри у него весна. Смотрит в окошко, а там солнышко, там все цветет. Сразу настроение замечательное. Тогда день хороший и удачный. Пусть каждый день будет лучше предыдущего. Дорогие друзья, я скажу очень коротко. Сегодня среда, а значит, до пятницы осталось всего 2 дня. Так что держитесь, скоро выходные, будем отдыхать. Удачного дня. Ми дякуємо нашим ранковим гостям. Я нагадую, що сьогодні до нашої студії завітали Юрій Любар, В'ячеслав Сімченко, автори музичного кліпу. Привітання для наших миколаївців. Кліп можна віднайти на теренах інтернету. Усім бажаючим переглядати, закликати весну, покращувати собі настрій у будь-якій незручній ситуації. Коли буде печаль, коли буде сумно, вмикаємо кліп, заряджаємось позитивом за допомогою наших ранкових гостей і дійсно відчуваємо весняне тепло.